В районной администрации состоялось очередное планерное совещание, которое провел глава муниципального образования Заур Хамирзов. В работе совещания приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений. В режиме ВКС принимали участие главы сельских поселений. Глава муниципалитета заслушал информацию начальника отдела по делам ГОЧС Николая Зверева о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории района за прошедшую неделю. На сегодняшнюю дату на лечении в районе находится 138 человек. Из них 80 человек лечатся амбулаторно и 58 человек находятся на стационарном лечении. Значит, что касается динамики, я коротко вам скажу. Если на 30 декабря у нас на территории района находилось 83 человека, у нас был спад, вот, то сейчас, как я сказал, 138 человек. То есть за это время у нас количество больных увеличилось на 55 человек. Теперь что касается населенных пунктов. Наибольшее количество болеющих на территории района — это в ауле Кашихаб 32 человека, в ауле Бличепсин 31 человек, в Натырбово 20, в Игнатьевском 12. И в остальных населенных пунктах, если есть, то до 10 человек. Согласно отчету, на территории района, как и по всей республике, отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Глава района еще раз подчеркнул, что темпы вакцинации против COVID-19 необходимо наращивать. Особое внимание было уделено ревакцинации населения. Данную тему продолжил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Прошли вакцинации в целом по Кашхабскому району 12905 человек, что составляет от доведенного плана 70,31%. До исполнения плана нам нужно еще провакцинировать более 5000 человек. С начала года, за Москвич, 317 человек у нас прошли вакцинацию, в основном там лица, которые прошли ревакцинацию. Хотелось бы сказать несколько о необходимости ревакцинации. То, что ранее озвучивалось, в основном ревакцинация наше население хочет делать спутником Май. Оно у нас в наличии. В четверг поступило более 1000 доз, сейчас в остатке 810 доз спутника Май. Но также напомню всем, что ревакцинацию можно делать и другими препаратами, тем же спутниками, вакуронной препараты. Единственное отличие, что другими препаратами нужно делать два раза, то есть они друг двухкомпонентные, а Sputnik V однокомпонентные. На планерке также были затронуты и другие немаловажные вопросы, такие как реализация программы комплексное развитие сельских территорий в Кашхабском районе, наборы резервистов, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также вопросы внесения изменений в правила застройки и землепользования. По данным темам отчитались заместители главы района.